Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Очень часто вы задаете вопрос, можно ли приготовить колбасы без копчения. Ну, в принципе, любую варено-копченую колбасу или полукопченую можно приготовить без копчения. Просто она тогда получится обжаренная и потом сваренная. Конечно, вкус немножко пострадает, но тем не менее, это будет вкусная колбаса, которая значительно вкуснее магазинной, это уж 100%. А сегодня... А сегодня мы хотим вас познакомить с одним классным рецептом. Мы сегодня приготовим сервелат в обсыпке из натуральных специй, то есть без оболочки. Естественно, готовить мы его будем вначале с оболочкой, но обо всем по порядку. Итак, в первую очередь начну с обсыпки. Для обсыпки мы приготовили смесь. Перец хлопьями, красный и зеленый. Помимо этого добавили сюда зерна горчицы. Все в равных пропорциях. То есть, когда готовите смесь, просто смешиваете по одной столовой ложке нужное количество. И еще нам понадобится специальная такая штука, называется аспик. Это типа желатина, из него готовится основа для обмазки колбасы. Продается в магазинах, которые продают товары для крафтовых колбас. Так и набирайте в поисковике «купить аспик», и вы его найдете. Ну, коли я уже начал о специях, о остальных специях. В равных пропорциях для сервелата используем черный перец, душистый перец и чеснок. Точное количество на килограмм сырья, а также пошаговый рецепт приготовления всей колбасы вы найдете в описании видео. Также для посола используем сахар и посолочную смесь, состоящую из равного количества нитритной 0,6% и поваренной соли. Для посола этой колбасы используем 20 грамм соли, 10 грамм нитритной и 10 грамм поваренной. Колбаса получится среднесоленая. Если вы хотите слабосоленую, можете уменьшить общее количество смеси на килограмм сырья, ну, грамма на 2, до 18, до 17 грамм. 17 грамм это уже вообще будет малосольное. То есть, в общем и целом, количество соли вы можете регулировать. Потому что многие говорят, что колбаса получается недосоленная. Многие говорят, что пересоленная. Попробуйте сделать один раз, определите для себя точное количество. И после этого дозируйте соль. Главное соблюдать пропорции поваренной и нитритной соли. Для сервелата будем использовать два вида мяса. Говядину, заднюю часть, и жирную свинину. Это грудинка или подчеревка, как ее называют. Говядина 60%, то есть на килограмм 600 грамм, соответственно 400 грамм грудинки. Так как обработка у нас будет, измельчение будет разное, то порежу мясо. То есть можно его в принципе засолить по отдельности, а можно засолить вместе, просто порезать так, чтобы вы смогли его легко отделить. Ну хотя перепутать грудинку и говядину достаточно сложно, все равно порежу говядину кубиками, а грудинку порежу полосками. Порезанное мясо отправляем в емкость и засаливаем. Сразу же добавлю сюда сахар. Ложечку, Лариса. Смеешься? Смешно тебе, Лариса. Засаливаем мясо таким образом, чтобы все хорошо просолилось. То есть не сразу бухайте всю соль, а вот так вот порциями. Засоленное мясо уплотняем в емкости, в которой мы его засаливали. Вот так вот приминаем, чтобы вовнутрь не попадал кислород, чтобы мясо сильно не окислялось. Закрываем крышкой или затягиваем пищевой пленкой. И отправляем в холодильник на двое суток на засолку. А через двое суток, друзья, продолжим. Через два дня приступим к переработке фарша. Вернее, мяса в фарш. В первую очередь свинину измельчаем на мясорубке с решеткой среднего размера, где-то 8 мм. И пока мясо измельчается, хочу ответить на вопросы по поводу отеков. Ну, в первую очередь, давайте разберемся с причинами, по которым происходит жировой или бульонный отек. Первая причина – это недостаточное время выдержки фарша при посоле. Смотрите, если вы солите в кусках, минимальное время выдержки – двое суток. Если вы солите в шроте, то хотя бы одни сутки. Шрот – это мясо мелко порезанное, 5-6 мм, либо на самой крупной решетке для мясорубки переработанное.
Следующая причина – перетирание фарша, то есть очень сильное перетирание фарша при кутировании. Всегда при кутировании я обозначаю время этого кутирования, рассказываю, сколько мяса должно кутироваться. Если вы значительно дольше производите кутирование, чтобы получить более качественную эмульсию, происходит денатурация некоторой части белков, и после этого мы получаем бульонный или жировой отек. Следующая возможная причина – это очень большое добавление влаги. Пока я рассказываю, будем перерабатывать остальную часть мяса. Говядину также переработаем, в первую очередь, на такой же решетке, 8 мм. Так вот, следующая возможная причина отека – это излишнее добавление влаги или большое количество жира. Естественно, перегрев фарша при обработке. Вот обязательно следим за температурой фарша. Сейчас у нас мясо было подмороженное, то есть его температура где-то в районе нуля. В процессе обработки мясо нагревается. Нельзя ни в коем случае, если мы не добавляем фосфаты, чтобы мясо нагрелось до температуры выше 8-9 градусов по Цельсию. Если такое происходит, обязательно делайте промежуточную заморозку. То есть перед вымешиванием, после измельчения подморозьте мясо. Ну и недостаточная плотность набивки может служить, когда вы неплотно набиваете колбасу, что называется пальцем пиханая, может служить возникновением жирового и бульонного отека. И последняя возможная причина – это неравномерный нагрев духовки. Очень часто бывает, зрители пишут, я заложил 5 колбас, 4 приготовились нормально, одна колбаса отекла. Вот тут как раз причина. Она находилась близко к тему, неравномерно нагрев вызвал ее перегрев. Ну, естественно, перегрев при термообработке, когда вы не контролируете температуру в духовке и в самом батоне, тоже может быть причиной бульонного или жирового отека. Для говядины меняем решетку на самую мелкую, которая у нас есть, и повторно измельчаем говядину. Если вы будете внимательно подходить к приготовлению колбас, наберетесь должного опыта и как бы будете выполнять вот все условия, которые я только что обозначил, у вас практически исключен и бульонный, и жировой отек. Если у вас по каким-то причинам нет возможности выполнить те или иные условия, тогда нам на помощь может прийти фосфат. Но как бы понятно, что все крафтовые колбасники или домашние сыроделы считают, что фосфат – лишняя химия, зачем она нужна. Но я вам скажу, что в мясе после убоя, я вот часто говорю о подготовке мяса, в мясе сразу после убоя в течение 2 часов содержится большое количество фосфатов. Потом наступает трупное окоченение, и эти фосфаты распадаются. Соответственно, я не раз говорил о том, что мясо должно быть либо выдержанное для колбасы, либо же мясо сразу в течение 2 часов после забоя животного. Тогда фосфат в нем содержится, и отека можно не опасаться, его не произойдет. Но опять же таки, друзья, если вы очень переживаете по поводу фосфатов, то надо как минимум перестать чистить зубы, потому что в зубной пасте фосфатов содержится огромное количество. Какие основные свойства пищевых фосфатов? Причем, когда вы покупаете фосфаты, обязательно следите, чтобы была упаковка. Либо, если этот фосфат упакован где-то в интернет-магазине, расфасован, чтобы был стикер. На нем должно быть написано, что это пищевой фосфат обязательно. И должна быть указана дозировка, потому что фосфаты бывают разной концентрации пищевые. И дозировку надо брать именно исходя из рекомендаций производителя. Так вот, что нам дает фосфат? В первую очередь, естественно, увеличивает водосвязывающую и эмульгирующую способность фарша. То есть фарш не теряет воду при термообработке, соответственно, мы не получаем бульонный отек. Есть и побочные положительные свойства, сопутствующие, скажем так. В первую очередь, фосфат действует как антиоксидант, снижает окислительную способность. То есть готовая колбаса на разрезе при контакте с воздухом не темнеет. Также фосфаты частично участвуют в цветообразовании и обладают небольшим консервирующим и антимикробным действием. А вернемся к нашему фаршу.
Далее, друзья, приступим к вымешиванию фарша. Если у вас есть планетарный миксер или тестомес, идеально. Если нету, берете обычный ручной миксер, ставите насадки для вымешивания теста и вымешиваете фарш. Смотрите, плохое, некачественное вымешивание тоже может послужить причиной отека при приготовлении. Вымешивать фарш надо тщательно, до белых волокон. И вот следующий вопрос, на который хотел бы ответить, когда добавлять фосфат? Не во время засолки, ни в коем случае. Не во время переработки кусков мяса, либо шрота в фарш. Фосфат добавляется именно во время вымешивания. Если вы делаете вареную колбасу с эмульгированным фаршем, тогда в конце кутирования, на последней минуте кутирования, добавляете фосфат в фарш. Если делаете из фарша колбасу, тогда в процессе вымешивания вместе со специями. Я сейчас добавляю сюда специи, буду вымешивать. И если бы я хотел приготовить с фосфатом, я бы сейчас добавил фосфат. Нужное количество фосфата лучше всего развести в небольшом количестве, там, в 50 мл ледяной воды, для того, чтобы он равномерно распределился по фаршу. Вымешиваем где-то 4-5 минут, при этом следим, я напоминаю, контроль температуры должен быть всегда. Если фарш бы сейчас был нагретый и был бы где-то на предельной температуре около 8-9 градусов, я бы его поместил в холодильник. Кстати, если вы используете фосфат, то фарш можно смело нагревать до 12-13 градусов. Выше не рекомендую, хотя производители говорят, что можно до 18, но опыт показывает, что 13-14 градусов это потолок, начинает оплавляться свиной шпик, жир, который участвует в приготовлении колбас, и в любом случае мы получим отек. Ну, не в любом случае, но уже не так гарантированно. Сигналом о том, что фарш вымешан хорошо, служит появление белых волокон в фарше. Вот видите, он полностью вымесился и стал белесым. Теперь фарш можно перемещать в шприц для набивки колбас. Для набивки колбасы используем коллагеновую оболочку диаметром 45 мм. И вот часто задают вопрос, при термообработке колбаса лопается. Тут у нас есть вот эта наша оболочка проверенная. Вот эту оболочку купила Ларисина сестра. И у нее при двух термообработках оболочка лопалась. Я думаю, что это брак оболочки. Мы решили испробовать. Забрали у Ларисиной сестры оболочку. Отжали, можно сказать. И будем делать две колбасы из проверенной и одну колбасу из вот этой, которая лопается. Посмотрим, лопнет ли у нас, действительно ли брак оболочки, либо вопрос термообработки. Но по ощущениям, эта, которая лопается, она немножко тоньше. Итак, приступаем к набивке. Нужной длины нарезали оболочки. С одной стороны зажимаем. Удобнее сразу не завязывать. Так проще потом сформировать плотный батон колбасы. Ларис, только мы говорили, что не очень длинные, а ты что-то длиннючее сделала. Их же, то есть ты еще, короче, их же обваливать надо. Давай, ну, вот давай, где-то чуть-чуть вот такой еще, вот. И все. Чтобы очень длинную, неудобно будет обваливать в специях. Ну так нормально? Да, да. Формируем колбаски длиной где-то 25-30 сантиметров. Сейчас сформируем все остальные и вернемся к вам. Далее перевязываем колбасу, уплотняя ее с двух сторон. Вот таким вот образом подкручиваем и перевязываем. Эту колбасу, которая у нас в плохой оболочке. Но оболочка плохая, потому что одна оболочка у нас, сейчас мы добивали четвертую колбаску из того, что осталось в шприце, она просто при набивке лопнула. Поэтому с оболочкой тут явно не все в порядке. Но мы ее на всякий случай выделим отдельной веревочкой, отличающейся по цвету. Все остальное перевяжем льняным шпагатом, который я так люблю. Купил я эту пищевую ХБшную веревку. Думал, что льняной шпагат рвется, а ХБшная веревка не рвется. Точно так же она рвется у меня в руках. Поэтому далее будем работать с льняным шпагатом. Он мне нравится больше. Процедура понятна. Подкручиваем колбасу, чтобы уплотнить батон. И перевязываем ее. Можно использовать клипсатор.
если у кого такое имеется. Инспектируем колбаску на наличие пузырьков воздуха. Если такие имеются, прокалываем их булавочкой, иголочкой, булавочкой, для того, чтобы колбаса имела красивый вид. Теперь, друзья, еще один очень важный момент – осадка и отепление. Можно делать двумя методами. Опять же, таки, пренебрежение процессом осадки, возможно, приведет к бульонному отеку при приготовлении. Что мы делаем? Первый вариант. При комнатной температуре вот таким вот образом подвешиваем колбасу на 4-5 часов. Для того, чтобы она отеплилась и произошла осадка. Фарш-то у нас холодный. Второй вариант. Можно делать эту же процедуру в духовке. При температуре 45 градусов, если у вас духовка позволяет поддерживать низкую температуру. Ну, сколько для таких колбас, Ларис? Ну, где-то полчаса. Полчаса, да? Достаточно. Полчаса при температуре 45 градусов. Что мы сейчас и сделаем для того, чтобы процесс убыстрить. Но вообще... Идеальнее всего, конечно, делать это при комнатной температуре в таком вот подвешенном положении. Итак, первый этап тепловой обработки – отепление. Температура 45 градусов, время полчаса, конвекция выключена, только включен нагрев. Далее переходим ко второму этапу тепловой обработки – обжарка. Повышаем температуру до 90 градусов, включаем конвекцию, обжариваем колбасу в течение получаса. К концу этапа обжарки нам надо приготовить кипяток и противень, либо сковородку без ручки, которую мы сможем поставить на дно и залить в нее кипяток. Следующий этап будет паровая варка. Далее помещаем на дно духовки противень с горячей водой. Температуру понижаем до 80 градусов и помещаем в одну из колбас щуп кулинарного термометра для контроля температуры. При 80 градусах с выключенной конвекцией и включенным только нижним нагревом готовим колбасу. Процесс называется паровая варка. Вы в конце увидите, духовка будет полная пара. Готовим колбасу до достижения внутри температуры 68 градусов. Да. Я на всякий случай засекаю время, чтобы сказать, сколько у нас этот процесс займет для тех, у кого нет термометра. Но полагаться на это не стоит, потому что разные духовки и разное количество колбасы очень сильно влияют на длительность процесса. Поэтому, друзья, ждем, пока колбаса будет готова. 45 минут ушло у нас для достижения колбасой температуры, сколько сейчас, 68, да? 68 градусов. И одна оболочка полностью лопнула, которая у нас была тестовая. Помещаем колбасу в ледяную воду для того, чтобы остановить процессы нагревания. И вот сейчас покажем эту колбасу, которая лопнула. Вот так вот это выглядит, друзья. Видите, оболочка лопнула и полностью слезла с колбасы. То есть, когда у вас получается такое, все остальные оболочки идеальные. Это не вопрос вашего неумения. Это вопрос некачественной оболочки. Итак, охлаждаем колбасу где-то в течение часа. После этого помещаем ее в полиэтиленовый пакет и на ночь в холодильник. В полиэтиленовый пакет для того, чтобы легче снять оболочку. А завтра будем готовить натуральную обсыпку. На следующий день приступим к приготовлению обсыпки. Колбаса у нас пролежала ночь в холодильнике. После этого мы ее поместили в духовку и отеплили при температуре 30 градусов в течение полчаса, чтобы колбаса была как минимум комнатной температуры. Это нужно для того, чтобы аспик на ней быстро не застывал. И у нас было время... Это хорошая оболочка. У нас было время нанести обсыпочную смесь. Очищаем колбасу от оболочки. Вылезай, колбаса. Теперь приготовим раствор самого аспика. Как я уже говорил, это обычный желатин. Ну, на мой взгляд, может он и не обычный желатин, но ведет он себя как желатин. Заливаем аспик теплой водой, ну, водой комнатной температуры в соотношении 1 к 4. И даем ему регидратироваться в течение нескольких минут. После этого надо эту смесь подогреть. Помещаем в микроволновку на 1-1,5 минуты до того, чтобы, видите, она стала желеобразная, для того, чтобы смесь полностью, ну, растворилась, стала однородной, скажем так. С помощью кисточки наносим раствор, как клей мажем на колбаску.
Смотрите, критично, чтобы колбаска не была холодной, потому что если вы будете наносить на холодную колбаску, то желе будет сразу же застывать, и у вас не хватит времени для того, чтобы сформировать обсыпку. После того, как обильно нанесли раствор аспика, просто берем и укутываем колбаску в наши специи. Вот таким вот образом обсыпаем. Стараемся обсыпать так, чтобы не было никаких пробелов. Со всех сторон, естественно. С бочков еще, чтобы красиво было. Получаем вот такой вот результат. После этого отправляем колбаску в холодильник, чтобы она полностью остыла, чтобы аспик застыл и пряности схватились. Обсыпку можно использовать совершенно любую. Вот мне хочется еще из черного перца сделать обсыпку. Ну а через час, когда колбаса остынет и хорошо схватится, будем дегустировать. После того, как колбаска остыла, провела 2 часа в холодильнике, можем ее зарезать. Какая красота! Давайте, друзья, посмотрим крупным планом на срез. Выглядит это потрясающе. Естественно, внимание тут заслуживает не сама колбаса, это обычный сервелат, а вот этот вот ее вид, совершенно необычный. Ну и, конечно же, будет необычный вкус, друзья. Сейчас попробуем, я вам постараюсь рассказать. Ну что, друзья, попробуем необычную колбаску. Круто. Очень необычный вкус. Вообще. Кстати, вот этот вот аспик, температура, когда он начинает плавиться, больше 30 градусов. Поэтому можно не бояться совершенно нарезать колбасу на стол. То есть вот эта вот желейка, которая у нас держит обсыпку, она будет держаться. А подать такую колбасу на новогодний или другой праздничный стол, согласитесь, она просто украсит любую мясную нарезку. Очень вкусно. Специи, вот эти вот обсыпка. Мне еще очень хочется... Сейчас пожим. Мне еще хочется сделать такую колбаску в обсыпке из черного перца. Я очень люблю острое, как вы, наверное, заметили. Но эта колбаса. Просто такой у нее классный вкус. Настолько необычный. Обсыпка из специй, помимо того, что она усиливает вкус колбасы, придает ей очень классный аромат, она еще оставляет очень классное послевкусие. Вот я сейчас... Ну, нет ощущения, что я кусочек колбаски съел. Ну, настолько круто, мне очень нравится. Друзья, я уверен, что вам тоже понравится. Попробуйте приготовить такую колбаску. Собственно говоря, сервелат – это совершенно не обязательно. Мы взяли сервелат, ну, по той причине, что мы его любим, в принципе, и готовится он достаточно легко. А вы можете использовать любой из наших рецептов варено-копченых колбас, просто исключить процесс копчения. Хотя, в принципе, можно и подкоптить, потом сделать в обсыпке. Но сейчас близится Новый год, близятся праздники. Мы хотели сделать побыстрее, чтобы показать вам колбаску и к своему новогоднему столу тоже удивить наших гостей. Поэтому, друзья, делайте, пробуйте, вам понравится. Занимает немного времени, колбаса сама делается легко. Ну и, собственно говоря, с обсыпкой никаких проблем нету. Еще у меня одна идея была. Я что-то с этой оболочкой зацепился, которая плохого качества, проэкспериментировать, потому что я не понимал, либо оболочка плохая, либо люди, которые пишут об этой оболочке, ну, как-то что-то не соблюдают, пишут, рассказывают. Вот. Хотел сделать ее диаметром 60 сантиметров, чтобы получилась вот такая вот большая, большого диаметра в обсыпке. Но в следующий раз я придумаю еще какую-нибудь колбасу с обсыпкой и обязательно с вами поделюсь. А сейчас, друзья, если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. С наступающим всех Новым годом! Но если вы посмотрите это видео именно сейчас, понятно, что видео будет всегда находиться на канале, кто-то будет его смотреть летом, удивляться. Ну, те, кто будет смотреть летом, просто с летом поздравляю. Спасибо за внимание, друзья. Всего доброго. Пока.